Сегодняшний видеообзор мы будем делать вот именно на этом басовом усилителе. Голова компании Partner. С Новым годом, Бастайм! Хочу пожелать всем участникам группы Бастайм, всем басистам и просто людям, которые поддержали в 2013 году наш молодой совсем еще проект, который посвящен музыкальному миру бас-гитар. Хотелось бы пожелать всем огромного здоровья, любви, творческих успехов, достижения музыкальных вершин и всего-всего самого наилучшего. В этом году, учитывая все ваши пожелания, рекомендации, критики, советы, я уверен, группа Бастайм покажет намного высший уровень, намного будет больше интересных проектов и разноплановости. И хочу еще добавить, что в этом году мы будем запускать новый вариант сайта, у нас появится, точнее, сайт именно Бастайм, а не просто группа ВКонтакте, которая будет более разноплановой, более интересной. Вот. Спасибо вам еще раз за большую поддержку в 2013 году. Надеюсь на сотрудничество с вами по отдельности с каждым басистом и с музыкальными магазинами, которые поддерживают наш проект. Хочу еще раз выразить благодарность. И сегодня мы имеем очередную прекраснейшую возможность сделать видеообзор бас-гитары от компании Fernandes. Можно было поиграть. Угадайте, от какой компании мы сегодня будем делать видеообзор. И мы бы сказали, конечно же, угадали бы Fernandes. Магазин Allegro Music, музыкант, продолжает успешно продажу брендовых музыкальных инструментов в городе Киеве. Да не только в городе Киеве. И сегодня благодаря магазину Allegro Music, персонал которого и все руководство, мы поздравляем искренне с Новым годом, с новогодними праздниками, с Рождеством. Итак, по порядку. Бас-гитара Atlas 4 Deluxe от компании Fernandes имеет корпус из ольхи, выполнена вот в таком цвете, Sunburst, темно-красный, как мы видим, вот его корпус. Можем поближе посмотреть. Довольно тяжелый корпус, я вам скажу. Дерево ольха, покрыто лаком. Значит, сквозной гриф у нас, сам гриф из клена. И накладочка у нас здесь черное дерево. 21 лат. Видим, довольно-таки широкое расстояние между струнами. На борту стоит один звукосниматель типа хамбакера. Регуляторы управления у нас здесь идет громкость. Первый. Последний у нас идет тон. И трехпозиционный переключатель. Отсечка так называемого данного хамбакера. Значит, положение вниз у нас идет сингловая часть, положение посерединке, это работает, два сингла вместе создают звучание одного хамбакера, и положение вверх, это получается у нас звучание некого части звукоснимателя. Электроника у нас пассивная, звукосниматель также пассивный, механика диакастовская, смотрим 4 струны, значит, голова у нас все также выполнена. Можно даже сказать, голова в стиле, в классическом стиле, да, больше похожа на мюзикменовские и тому подобные серийные бренды. Вот Fernandes логотип. С обратной стороны у нас, как мы видим, вот такие вот большие колки, крепление классическое большое. Так, производство Корея. И вот такой вот запрет выбрасывать данную бас-гитару в мусорные ящики. Ну что, еще можно сказать, стандартное крепление для стреплоков либо ремня. Вот смотрите, вот здесь можно так же, как и на всех бас-гитарах. Здесь такая же самая, вход для джека вот здесь, немножко под углом. Ключ для анкера у нас находится вот здесь сверху. Здесь она закрыта на данный момент специальным, видим, таким элементом конструкции закрыта. Мы откручиваем 3 болтика и получаем доступ к анкеру. Что еще?
Верхний порожек у нас такой, как мы видим, обычный верхний порожек. Что скажем про бридж? Стандартная двухъярусная, скажем так, система регулировки бриджа. И еще раз вернемся к форме самой бас-гитары. Очень удобная нижняя часть под колено. Вот, верхняя часть хорошо. За гриф возьмемся, плотно, уверенно можно держать инструмент. Напомню, инструмент немножко тяжеловат. Гриф не толстый. И довольно удобный тонкий гриф. Тонкий гриф — большой показатель, как для кого, но для меня толщина грифа играет роль. Вот, ну что, приступим. Послушаем, как эта бас-гитара будет звучать сейчас. На оригинальном Фафнере усилитель «Басовая голова». У нас сегодня есть возможность сделать видеообзор не только бас-гитары, но и, грубо говоря, услышать звук профессионального студийного концертного оборудования. Это комбинация пород дерева, корпуса и грифа, а также электроника данной бас-гитаре позволяет проявить свое максимальное звучание, свои самые лучшие характеристики и показать свой характер. Вот как мы видим, здесь один хамбакер стоит на борту. Производитель заверяет, что Саймон Дункан стоит. Пассивная электроника, у нас пассивный звукосниматель. Проявление звукоснимателя в звучании происходит благодаря громкости, само собой, тона верха низа и трехпозиционный переключатель. Именно благодаря этому переключателю мы можем почувствовать варианты звучания бас-гитары при том или ином. Если мы регулятор опускаем вниз, самое нижнее положение, то у нас звучит бриджевая часть хамбакера, сингл, сам по себе. Если мы поднимаем в самый верх, у нас звучит нековая часть хамбакера в сингле. И если мы оставляем посерединке, у нас звучит оба сингла вместе, их звучание хамбакера. Так, мы сейчас послушаем звучание этого инструмента по порядку, используя варианты на данном регуляторе трехпозиционном. Так, громкость у нас будет около 70%. Сначала оставим наверха максимальные, низа не будем трогать, и положение в сингловом бридж. Отсечка от сингловый бридж. Переключаем положение звучания некового сингла, а именно положение переключателя вверх. И положение, когда звучит хамбакер, переключив на серединку регулятор. Теперь при положении регулятора вниз опущенного мы убираем верха и добавляем низа. Играем сейчас при звучании. Сейчас у нас звучит только бриджевая часть хамбакера. Поднимаем регулятор в самый верх и слушаем, как же звучит при низах нековый сингл. И положение посерединке звучания хамбакера. Поставим посерединке тон в сам регулятор трехпозиционный вниз, то есть отсечечку сделаем на
бриджевую часть бакера. Поиграем на четвертой струне. Больше тогда не бонизал. Регулятор, нековая часть амбакера. Части хамбакера, осечка левая, и поиграем такими полупереборами. Самого хамбакера. Верха на максимум, громкость почти на максимум. Бас-гитара. Несмотря на ее большой вес, а я думаю, что когда мы будем ее держать на концерте на ремне, она все-таки будет давать о себе знать. Несмотря даже на это, наличие удобного тонкого, я бы сказал, грифа, довольно-таки интересной гибкой механики электроники, которая позволяет получать разнообразные звучания с этого инструмента. Я бы сказал, что эта бас-гитара Atlas 4 Deluxe действительно подчеркивает свое преимущество в серийном ряде Deluxe среди Фернандеса. И я взял бы себе такой инструмент, поскольку этот инструмент вызывает интерес попробовать его в концертной деятельности, как бы он звучал с пачкой, с другими музыкантами. Спасибо Allegro Music за данный видеообзор, спасибо Bass Time, спасибо всем, кто остается с нами. До скорых встреч, с Новым годом!